Заместители главы района посетили 49-ю школу станицы Смоленской, чтобы проконтролировать ход ремонтных работ. Весной этого года глава муниципалитета Андрей Дорошевский поручил отремонтировать покрытие спортивной площадки. В рамках исполнения поручения главы района нам было сказано, что мы должны привести к началу учебного года спортивные площадки первой школы Азовской и средней школы номер 49 станицы Смоленска на ближайшее состояние. В летний период за счет средств муниципального бюджета были проведены капитальные ремонты покрытия, дооснащены необходимым спортивным оборудованием эти площадки, и в настоящий момент они готовы уже принять детей и к проведению наших уроков физкультуры. На ремонт каждой из этих площадок было израсходовано по 2 миллиона средств муниципального бюджета. Осмотрели и само помещение школы. Здесь тоже прошли значительные изменения. Преобразился пищеблок. К этому учебному году в школьной столовой была проведена капитальная замена электропроводки. Обеденный зал, где ребята принимают пищу, обновлен, привели в соответствие стулья, мебель, ну и украсили зал. К новому учебному году отремонтировали и сами кабинеты. В этом году все учебные кабинеты отремонтированы, подготовлены к встрече ребят в новом учебном году. В некоторых классах заменена мебель, получены очень яркие, красивые, нарядные парты, шкафы. Я думаю, что наши ребята с радостью придут в эти классы и с удовольствием будут учиться. Ремонтные работы провели в спортивном зале. Он встретил гостей свежепокрашенным. Малый спортивный зал тоже преобразился. Теперь он полностью готов к занятиям по самбо. Заменена электропроводка в здании, полностью капитальный ремонт, на который потрачено 6 миллионов краевого бюджета, 500 тысяч местного бюджета. Капитальный ремонт спортивной площадки, на которую потрачено 2 миллиона местного бюджета. Очень красивая нарядная площадка получилась для ребят. Также спортивный зал, который отремонтирован за счет спонсорских средств, 1 миллион 300 рублей. Текущий ремонт 215 тысяч рублей – это местного бюджета. В общей сложности из бюджетов различных уровней на эти цели израсходовано более 8,5 миллионов рублей. Сейчас школа полностью готова к началу учебного года.